Отмечать все календарные, государственные и религиозные праздники вместе давно уже стало отличительной чертой всех казахстанцев. В этом году 1 мая – день особый. Страна встречает День Единства, а православные христиане – Светлое Христово Воскресенье. Жители Каргалинского тоже собрались в родном ДК, чтобы поздравить друг друга и еще раз подчеркнуть важность дружбы между народами. Пожеланиями с удовольствием делились дети, как всегда, искренне. 1 мая – День Единства Казахстана. Мы все должны дружить. Ведь это весь мир для нас, для всех стран. Я поздравляю вас с праздником. И сегодня мы с моими друзьями будем для вас, только для вас танцевать. Друзья нужны для того, чтобы дружить, веселиться. Чтобы было мирно, чтобы не грустили никто. У тебя много друзей? Ну да. Для чего нужны друзья? Для радости, счастья. Сегодня 1 мая, большой праздник, чтобы наш мир был крепкий, чтобы Нурсултан Абишевич Назарбаев был сильный, хороший. Все ребята – участники праздничного концерта. Многие коллективы специально готовились, шили костюмы, подбирали аксессуары к национальным нарядам. Отметим, что сельчане всегда широко отмечают все праздники, а принимать гостей в Доме культуры «Геолог» стало уже хорошей традицией. А сегодня в селе Каргалинское проводится мероприятие, посвященное ко дню 1 мая, единство народа Казахстана. Концертное мероприятие проводится. Организатором является Дом культуры «Геолог». В концерте участвуют творческие коллективы, как «Аслажилер», танцевальный коллектив «Арай», а также школы, а также музыкальная школа номер 3 в селе Каргалинское. Помимо концертной программы в фойе разместилась выставка. Здесь и душистые куличи с крашенными пасхальными яйцами, и экспонаты ручной работы. Все выполнено с любовью из самых доступных материалов. Я уже более 10 лет в селе Каргалинском руковожу кружком СМЕР, называется. Ну, свои поделки, это вот поделки моих учеников. Ну, занимаемся как... С разного материала, газета, холодный фарфор, бисер, ну там и капрон. Самых отличившихся сегодня отметили специальными призами и благодарственными письмами. Среди награжденных участников и победителей конкурсов – таланты от мала до велика. Но самое главное – это люди, которые на деле доказывают главные принципы мирного Казахстана – дружбы, единства и согласия. Ирина Гудь, Алексей Уразов, программа «Факт».